сейчас за что задержаны, что произошло? ДТП. Как оно произошло? Подробнее расскажите все. Приехал Кельдарь и ударил машину. При каких обстоятельствах? Что нарушили? Не увидел туда. С места ДТП скрылись? Нет. А как вас задержали потом? Меня отвезли, меня увезли да, в больницу. Я многие, короче, собрать не мог. Пока ехал, уже себя пришел. Чуть-чуть отлежался как, дома. И приехал обратно на место ДТП. Я остановил гаишник. Когда ехал, остановили гаишник и привезли один. Через какое время вас задержали после ДТП? Через... Меня не задерживали никто. Меня просто остановили. Mm-hmm. Я ехал обратно на место ДТП. Просто остановили. Понятно. Вы были в трезвом состоянии? Да. У вас обнаружено порошкообразное вещество в машине. По этому поводу что можете пояснить? А, без понятия. Я машину купил 3-4 дня. Да, да вы... я вырубился. Ну, вы знаете, что произошло? Ну, вот сейчас, наверное. Той машине кто был, что был, ну там уже много людей было, когда меня забирали. Я вытащили, поставили на асфальт, я лежал минут 15. Потом я брату набрал, он приехал, он сразу машину посадил, забрал меня в больницу. Еще раз, поясните, за что вы задержаны сотрудниками? Да. Продолжение следует...